Какая каюта тут, это днище. Вот, друзья. А, здесь не каюта, здесь днище. Вы представляете, какое? Вот это длина. О, Антоша. Антоша. Вот. Это второй этаж. Здесь, наверное, проходят всякие концерты. Пошли наверх. Идем наверх, выходим из трюма наверх. Вот. Здесь игра, здесь ребята. Комната отдыха, наверное, это. Вот, дети играют, и гитара. А что здесь? Камбуз. Здесь камбуз. Кушать готовят. Видите, как красиво. Антоша, я уже была. Что это? Сейчас я сниму. Интересно, кают-компания. Видите, какая старинная. Здесь. Смотрите, как красиво. Это, наверное, любимая девушка. Фотографии все. А это, друзья, компания. Здесь завтрак, обед, ужин, заседают. Только командиры, командиры корабля. Музицируют по вечерам в открытом море. Ну вот так вот, друзья. Что, капитан, приглашаем вас порулить. Давайте порулить. Давай. Я тебе сняла.